Скажите, считаете ли вы себя человеком новой формации? Еще раз, что вы... Считаете ли вы себя человеком новой формации? Что значит человек новой формации? И как вы вообще воспринимаете это словосочетание «человек новой формации»? Я вас хотел же спросить, как вы, что вы подразумеваете под человеком новой формации? Я вам ответила, теперь хотела услышать бы ваш ответ. Ну, не знаю, что вам сказать. Я думаю, что я человек новой формации. Я достаточно стабильный и серьезный человек. Я просто, есть жизненные принципы, которые у меня есть, которые подходят, совпадают во многом с партией «Слуга народа». То есть главные наши принципы – это не воровать, быть ответственными, не сдаваться. Мы идем для того, чтобы это. И эти принципы во многом совпадают с моими. Мне кажется, что предыдущая, если мы говорим о власти, да, предыдущая власть этого не делала, не исповедовала эти принципы. А почему вы решили пойти именно от партии «Слуга народа»? Потому что идеи президента нашего мне очень близки, и программа партии мне очень близка лично. То есть мои принципы совпадают с принципами партии «Слуга народа». Кто сегодня представляет вашу команду? Ну, смотрите, наша команда очень большая, во многом, вы имеете в виду, кто люди, которые со мной находятся, которые работают, это мои друзья, которые меня поддерживают, моя семья меня поддерживает, и очень большое количество людей, которые... поверили президенту Зеленскому, и сейчас приходят нас все время больше и больше, которые люди приходят и просто хотят мне помочь. А могли бы вы назвать каких-то конкретных людей, возможно? Ну вот вы сегодня видели, вот он, Андрей, вот Анна, ну прямо вот рядом они, а еще много-много других людей. А кого считаете главным конкурентом у вас на округе на данный момент? Смотрите, мы, партия «Слуга народа» говорит о том, что... Мы сейчас, у нас нет конкурентов, у нас конкуренты вся старая система. Мы хотим ее изменить, и у нас нет конкурентов. Или мы ее возьмем ответственность на себя и изменим эту систему, или мы, или другого не будет. То есть мы возьмем на себя ответственность и изменим нашу страну к лучшему, чтобы наши дети могли жить в этой стране, развиваться. Наши, я имею в виду николаевские и все украинские. Какая... Еще буквально пару вопросов. Ну, говорите, давайте вопросы. Хорошо. Какая проблема является первоочередной у вас на округе? Как бы вы ее решили? Смотрите, главная проблема на нашем округе, как и во всей Украине, это бесхозяйственная и безответственность нашей власти. Спасибо. Можно еще буквально несколько вопросов? Нам нужно еще встречи. Люди, ну зачем ждать? Зачем их заставлять? Александр Станиславович, может, пока вы будете ждать машину, еще пару вопросов? Мы уже не ждем.